Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Данис, и мы, собственно, продолжаем проходить Amazing Spider-Man 2. В прошлой серии, к сожалению, мне пришлось оборвать запись, потому что меня немножко отвлекли, в общем. Если я не найду бомбы прямо сейчас, будет много смертей. В восточном Нетауне обнаружено подозрительное устройство. Начинайте эвакуацию. Продолжаем, мы уже почти, конец пути. Не близки к финалу. В этой серии сегодня. Да, тут надо уже показать фаза 3 уже там. Это тебе не кармашка. Что ты? Что такое? У нас проблема. Цель обнаружена. Знаешь, что у тебя не получается? Все! Ты просто дохляк. А сделаю тебя жестче. Самое лучшее в моей работе. Гасить такую шваль, как ты! Что ты, спалит? Блин, ты не представляешь, что это такое! Пока что. Ты просто дохляк! Ничего личного, просто я считаю тебя казаком. Ну, хотя, может, это и лично. Полиции. Ты не представляешь, что это такое. Пока. Возьму себе. Самое лучшее в моей работе. Гасить такую шваль, как сейсмический импульс. Ты все можешь исправить, правда? Это тебе не карманником гонять. Причем на законных основаниях. Никто не смеет взрывать бомбы в моем городе. Время уходит. Я называю это сейсмоимпульс. А вы можете говорить просто тушите свет.
на законных основаниях. Этому место на дне реки. Блин. Я тупо просто взял и время потерял. Ну ладно, сейчас. Сейчас я разберемся сейчас. Как вот этих вот валить, я не знаю. Не помню, я вернул. Начинается самое интересное. У меня закончились варианты. Даже опытный летун на паутине иногда ошибается. Идея со спецгруппой провалилась. Нужно добраться до реки как можно быстрее. Времени. Пронесло. Да. Пронесло. В Восточном Мидтауне обнаружено подозрительное устройство. Начинайте эвакуацию. Там еще две же бомбы остались. Нет, паутинострел сломался. Да. Кажется, у меня есть будущее в этой профессии. Ребята, вы или предатели, или идиоты. Если вы просто тупые, я извинюсь позже. Эти ребята чокнулись! Я должен обезвредить бомбы. Самое лучшее в моей работе. Гасите! Моя очередь. Паутинострел испорчен. Ты просто дохляк. Это тебе не карманник, конечно. Бери бомбу. Я выше.
выжму из тебя. Если нервничаешь, попробуй представить меня голым. Хотя нет, лучше надо. Что, без полиции? Сейсмический импульс объединяет людей на полу. Бери бомбу, ты чё? Мои паутинострелы совсем не любят электричество. Каждый из нас герой своей собственной истории. Ты же знаешь правду. Бери бомбу, я сказал. Ты чё делаешь? Что делаешь, ты бомбу брать будешь? Нет! Надо было устроить соревнование по брейкдансу. Ты так дурак. Тебя выставляешь на посмешку. Никто не смеет взрывать бомбы в моем... Ты бомбу брать! Идиот! Че он бомбу-то не... Мы сейчас просто взяли бомбу и все. Придурок. Насекомое, блин. А, это еще и сохранилось? Спасибо, Кирилл, разработчик. Пятнадцать, спасибо. Он берет бомбу. А тогда не брал. Место на берег. Вообще не брал. Ой! Я не могу повернуться спиной к людям в беде. На динамик. Теперь можешь взрываться. В восточном Мидтауне обнаружено подозрительное устройство. Начинайте эвакуацию. Вообще не брал. А моя паутина? Или ты за тех, кто установил бомбы, или ты мешаешь мне добраться до них. В любом случае, у нас проблема. Посмотрим, чего ты стоишь в рукопашной. Ну, хватит поясничать. Это я здесь всех веселю. Бери бомбу. Тебе не карманников гонять! Импульс парализовал мою паутину. Люблю делать боль. Сам увидишь. Поторапливайся, паучок. Чокнулись! Я должен обезвредить бомбы.
Не стоит терять времени! Вижу цель! Огонь! Жестокость полиции! Ты не представляешь, что это так... Я все еще волнуюсь! Что он не берет бомбу, Ты чё? Ионная паутина! Извини, мне просто нравится это говорить. Люблю бить таких, как ты, Азаген. Будет больно. Хотелось бы... Люблю делать боль. Ой, это не я. Конечно, я. Ничего. О, нет, паутина не... Посмотрим, чего ты стоишь в рукопашной. Ты придурок, что ли, а? Паутину хотел сказать. Бомбу брать будешь, нет? Он не берет ее. Просто вот кнопка не высвечивает, чтобы ее взять. Придурок. О, отличный способ грохнуться на задницу. А как этих убивать? Я не знаю, ребят. Это... Я не помню, как их мочить. Паутина в том месте не работает. Такая, которая... Ну иди ты, я достал! Ребята, вы или предатели, или идиоты. Если вы просто тупые, я извинюсь позже. С ионной паутиной все становится приятнее. Напоминает фильм «Катастрофу», только с доставкой на дом. Ты просто так глянул. Я сделаю тебя жестко, друг. Как это не кстати оказаться без паутины именно сейчас. Это тебе не карманником гонять. Ты брать бомбу будешь, даун? Ионная паутина быстро все исправит. Придется какое-то время обойтись без паутин. Время уходит. Сейсмический импульс. Ты все можешь исправить, правда? Знаешь, у тебя не получается. Все! Подходящий кадр для трейлера. Это дурак, что ли, а? О, нет, паутина стрел сломался. И брать паутину... Блин, брать бомбу будешь? Нет. Нет, только нет, не надо плакать. Я постараюсь особо тебя не унижать. Ой, боже. Придурок. Или надо всех их убить, или что? Скажите мне, что надо сделать-то? Как их убить? Я не знаю, как их убивать. У меня паутина-то там-то не работает, которая мне нужна. Которую, чтобы заматывать.
какая-то другая паутина. Вот эти две он обезвредил, а третью он вообще не берет. Идиот. Тех, кто установил бомбы, или ты мешаешь мне добраться до них? В любом случае, у нас проблема. Пау! Все ко мне! Хватит поясничать! Это я здесь всех веселю. Я уже у тебя дух. Причем на законных основаниях. Самое лучшее в моей работе. Гасить такую жваль, как... Честное слово, это лучше, чем твой наряд. Ладно, ты даже не пытаешься. Глубоко внутри тебя прячется испуганный ребенок, правда? Который сейчас получит по лицу. Ты просто догляк. А сделаю тебя жестким. Сейсмический импульс объединяет людей на полу. Давай эту паутину. По-моему, так намного лучше. Самое лучшее в моей работе. Гасить такую шваль, как ты. Это не того, блин. Я бы рад объяснить принцип действия, но кого это интересует? Вы это слышите? Тебе неудобно. Вот и что. Надо было устроить соревнование по брейкдансу. Ты так себя выставляешь на посмел. Да, черт побери. Этому место на дне реки. Да, да, конечно, так я сейчас не успею. Ага. О, боже. Ну ладно. Я хотя бы понял, что их надо сначала там куда-то, ну, сваливать их сначала. Чтобы они падали, в общем. Ладно, сейчас мы все разберемся. Смотрите, человек-паук. Куда лезть? Ха! Начинается самое интересное. Давайте признаем, что идея со спецгруппой провалилась. Гасить такую шваль, как ты! О, нет, паутина не выстреливается. Нужно быть осторожнее. Да, блин, достал ты меня уже. Это тебе не карманников гонять! Ты просто дохляк! Я реально достал. Отделаю тебя жестко! Ладно,
Но это розыгрыш, да? А где скрытая камера? Жестокость полиции? Ты не представляешь, что это такое? Да блин, а! Давай уже выбрасывай у них оружие, бери у них оружие. Я выживу из тебя. Вот. Люблю делать больно. Поторапливайся, паучок. Ты что сделал-то, блин? Как это не кстати оказаться без паутины именно сейчас? Урод, паучий! Ты что сделал-то? Ты должен был... Ё-моё, ну что ты делаешь со мной, урод? Самое лучшее в моей работе. Сгаси... Бум-бадабам! Ионная паутина! Извини, мне просто надо. Мои паутинострелы совсем не любят электричество. Хватит уже оружием меня так стрелять достали. Слушай, может, потренируешься и вернешься завтра, а? Паутина! Вот что в моде у злодеев в этом сезоне. Заявляю, потому что это придурок паучий. Не. Ладно, все без комментариев. Фу. Все же. Давай уже грузить быстрее. Отличить нормальный спецназ от предателей. Но они все охотятся на меня, так что не важно. Какое-то время я не смогу стрелять паутиной. Нужно быть хитрее. Ты меня достал. Поторчи пока. Придется какое-то время обойтись... Нет, только нет! Не надо плакать! Я постараюсь особо тебя не убить. Будет больно. Очень. Напоминает фильм «Катастрофу», только с доставкой на дом. Паутина не выстреливается. Смотрим, чего ты стоишь в рукопашной. Знаю, ты старался. Стой, куда ты, блин? Даже грустно. Уродец ты, паук. Что ты делаешь? Уже уносишь ноги? Поторапливайся, паучок. Вообще-то у нас серьезная драка. Или ты всегда так тормозишь? Фокусов больше не будет. Ну это же слишком просто. Похоже, ты меня совсем не уважаешь. Блин, броня у вас не снимается ни хрена. Смотрим, чего ты стоишь в рукопашной. Люблю делать больно. Сам увидишь. Я все еще вам. Люблю бить таких, как ты, за деньги. Ой, это не я. Конечно, я. Сейсмический импульс объединяет людей. На полу. Я выживу из тебя, дух. Причем на законных основаниях. Будет сейсмический импульс. Ты все можешь исправить, правда? Надо было устроить соревнование по брейкдансу.
нельзя было просто взять и... Блин! Забрать эту бомбу. Там времени мало их мочить. Козлы. Как же вас мочить-то, блин, я забыл уже. Что оружие у них не забирается постоянно. Полный. Давайте признаем, что идея со спецгруппой провалилась. Сиди, расслабься. Балдей, в отключке. Ничего личного, просто я считаю тебя козлом. Импульс парализовал мою паутину. Я должен испугаться? Я достал. Оружие бери. Оружие у них бери, даун ты паучий. Твою мать. Короче, делаем так. Убиваем одного, прячемся. Потом подкрадываемся, еще одного убиваем. Попробуем так хотя бы, потому что так их убить долго будет. А время там ограничено. О, конец пути. Куда же я целился? Тебя тут не хватало. Что с вами делать-то, падлы? Никак не могу отличить нормальный спецназ от предателей. Но не все охотятся на меня, так что не важно. Если хочешь, чтобы я сдался, просто подними руки, нет? Я остался без паутины. Жестокость полиции. Так. Фокусом. Легкая корректировка. По-моему, так намного красивее. Время уходит. С ионной паутиной все становится приятно. Стой! Жестокость полиции. Знаешь, что у тебя не получается? Все! Давай, быстрее. Чего ты стоишь в рукопашной? Давай, блин. Напоминает фильм «Катастрофу», только с доставкой на дом. Что? Нет, это, блин, нет.
Ничего личного, просто я считаю тебя козлом. Ну, хотя, может, это и лично. Я называю это сеть моим полем. А вы можете говорить просто «тушите свет». Нет, он не снимает с него броня. Чё за бред-то, блин? Он с него броня не снимается ни хрена. Дерьмо какое-то. Бред. Ну грузись давай быстрее. Что лететь туда каждый раз? Могли бы сохраниться там. Сохраняешь же во время миссии. Так. Давайте признаем, что идея со спецгруппой провалилась. Ты куда полетел? Ты будешь когда броню у них снимать, нет? Давайте посмотрим еще раз в замедленной съемке. Смотрим, чего. Сейсмический импульс. Ты все можешь исправить, правда? Ой, боже. Я все еще волнуюсь перед дракой со злодеями. Всеми, кроме тебя. Я, блин, броню, когда уже бомба взорвалась. Ёб. Дерьмо какое-то. Ну, грузись давай быстрее уже, в конце концов. Круто было, правда? Могли бы там сохранить уже, блин, в конце концов, блин, уже... Задолбало там туда-сюда летать, блин. Ребята, вы или предатели, или идиоты. Если вы просто тупые, я извинюсь позже. Будет больно. Вообще-то у нас серьезная драка. Ты просто дохляк. Отделаю тебя жестко, друг. Собака. Самое лучшее в моей работе. Гасить такую шваль, как ты.
в Усть-Илиаду, причем на законных основаниях. Люблю делать боль. Люблю бить таких, как ты, за деньги. Фокус напоминает фильм «Катастрофу», только с доставкой на дом. Ясно. Хочешь, чтобы я умер от скуки? Поторапливайся, паучок. Это тебе не карманников гонять. У вас броня будет сниматься когда-нибудь? Нет, только нет, не надо плакать. Стоп, полиция. Ты не представляешь, что это? Я сразу раскусил. Будет больно. Очень. Ты просто так. Вот ни броня не снимается ни хрена. Что за бред-то? Самое лучшее в моей работе. Гасить такую шваль, как ты. Каждый из нас герой своей. Ну посмотрите, что творится, а? Фокусов. Тебе понравится. Мне уж точно. Теперь снялась, когда я уже. Причем на закон. Ну блин, ну вы. Я этих разработчиков прибью. Многовато ранений. Раньше сказать, вам пускай взрывает. А я тут, блин, мучаюсь, извините меня. Оказывается, надо просто было там паутиной стрелять в них. Идиоты. Я думал, там и импульсом их надо мочить. А оказывается, паутиной просто стрелять. Жесть. Я минут 40 вместе потратил уже. Ну ладно, иди давай быстрее. Сейчас я покажу. Ребята, вы или предатели, или идиоты. Если вы просто тупые, я извинюсь позже. Глубоко внутри тебя прячется испуганный ребенок, правда? Который сейчас получит по лицу. Это тебе не карманников гонять. Как это не кстати, с ионной паутиной все становится приятным. Обоим пора отдохнуть. Все. Наконец-то. Нужно добраться до реки как можно быстрее. В городе никто не устанавливает бомбы. Никто! Все свободные патрули направляются к зданию Аскорб. Выставьте оцепление и проведите эвакуацию. В здание проникли опасные вооруженные преступники. Что, опять? Нужно спешить. Усиление? Сегодня я приклею Джеймисона паутиной к стулу.
Фу, будто в Аскорб взорвали бомбу. Или даже несколько. Нужно выяснить, кто это устроил. О, нет. Слушайте, я в курсе, что ребята из спецгруппы считают меня новым Аль Капоне. Но сейчас есть опасность пострашнее. Гоблин вытащил нас из Рейвенкрофта и дал нам эту броню. Он наш босс, и ему нужен ты, живой или мертвый. Лично я за второй вариант. Еще один? Парни, я, конечно, понимаю, что психи с логикой не дружат, но я вашего гоблина в жизни не встречал. Тебя знает босс, и он платит нам, чтобы мы доставили тебя к нему. По частям, если придется. Люблю делать боль. Сам увидишь. Бум-ба-да-ба! Слушай сюда, приспешник номер 4, отвечай! Твои приятели намекнули, что Гарри Осборн и есть гоблин. Но он бы не поступил так со своей компанией. Ты не так хорошо знаешь босса, как тебе кажется. Но подумай о другом. Если он сделал со скорбью, то как поступит с тобой? Ой, блин. Я уже добавился в эту серию фейлиться, блин. Будто вас Корп взорв... Еще один? Парни, я, конечно, понимаю, что психи с логикой не дружат, но я вашего гоблина в жизни не встречал. Тебя знает босс, и он платит нам, чтобы мы доставили тебя к нему. По частям, если придется. Слушай сюда, приспешник номер 4, отвечай. Твои приятели намекнули, что Гарри Осборн и есть гоблин. Но он бы не поступил так со своей компанией. Ты не так хорошо. Вообще-то у нас серьезная драка. Или ты всегда так тормозишь? Самое лучшее в моей работе. Гасить такую шваль, как ты. Цель обнаружена. Что это? Отличный способ. Ух, красота. Знаешь, что у тебя не получается? Все. Следует. Только посмотрите, все вот-вот обрушится. Если кто-то остался внутри, нужно их срочно вытащить. Человек-паук, спаси меня! Паук, друг, помоги! Храни тебя, Господь! Я думала, что умру. Быстрее! Долго я не выдержу! Спасибо, Человек-паук! Я напишу в Бьюгл, скажу, что они ошибаются на твой счет. Помогите! Задыхаюсь! Ты настоящий герой, паучок! Теперь определенный гоблин. Боже, Гарри Осборн, это правда ты? Мы так похожи? Нет, Гарри Осборн мертв. Благодаря тебе все, что от него осталось, гоблин. Ну ты никак не мог подождать, да?
Ты нашел другой способ? Получи яд Ричарда Паркера. И смотри, я новый человек. Я говорил, что так и будет. Я умираю, кретин. Что еще мне было делать? Ты мог дать мне время на исследование. Нет, теперь я возьму все, что захочу. Неважно, кого придется убить. Берите зеленого бога. Он же перемещается. Если нужна помощь, не нужно сражаться. Я сделаю все, чтобы исцелить тебя. И снова стать сухим на создании простого солнца и согласия. Послушай, то, что ты сделал, не повлияло на твое тело, но извратило разум. Да блин, на... стабильным, но должен признать, критерии у тебя невысокие. Мне жаль, что все это случилось с тобой, но я не позволю причинить кому-то вред. Как будто у тебя есть выбор. Мой отец подвел меня. Питер подвел, и ты тоже. Говорил о себе. Заботься сам. Твой отец выиграл. Потратил на поиски способа, зачем забыл прожить ее, не повторяя его ошибки. Это безумие. Как ты никак не поможешь, в том числе и теперь? Да что с тобой? Тебе плевать, кто пострадает из-за твоей жажды мести. Это же люди, Гарри. У них есть свои жизни, семьи, друзья, которые их любят. И если ты сам был этого лишен, это не дает тебе права отнимать их у других. Всем было плевать на меня. Почему я должен искать его дома? Получится лучше. Может, я выиграю. Вместо силы потомка моей. Это самый идеальный человек. Тебе шикарный костюм. Разнообразные преломбасы. Бомбы-пауки. Довольно! Я знаю, ты умираешь. Я знаю, что тебе пришлось нелегко. Но больше это меня не остановит. Прости, Гарри. Нет! Со мной это не пройдет! Я гоблин! Я сильный! Больше мне не нужно!
повредит! Стой, куда ты? Действий. Большая сила, большая ответственность. Нельзя об этом забывать. Линда... Попробуй представить меня голым. Хотя нет, лучше не надо. Есть. Ну, притягивайся, давай. Что там было-то, блин? Я не понял. Да, теперь все заново. С какого-то... Собачка, где поводок? Я вместо шашлыка. Легкая корректировка. Иди сюда. Что там такое? Что там, а? Куда там? А, вот! Блин! Ой, господи, да что ж такое-то? Ой, боже мой. Зараза. Я все еще волнуюсь перед дракой со злодеями. Всеми, кроме тебя. Паутина! Вот что в моде у злодеев в этом сезоне. Я
Ничего личного, просто я считаю тебя козлом. Ну, хотя, может, это и лично. На нафиг. Своим же транспортным средством, блин. Так жить. Нет, это не выход. Так поступают лишь слабые. Думаешь, тебе тяжело? Во всем мире люди, у которых нет твоих денег и связей, страдают и умирают, в том числе от твоей болезни. И даже если ты не желаешь сражаться за себя, ты должен отдать долг им. Ты должен заплатить за свои ошибки, сделать все возможное, чтобы их искупить. Этому меня научил лучший человек на свете. Ты... Всем патрулям, есть сигнал тревоги из тюрьмы Рейвенкрофт. Кто свободен, ответьте. База, из-за скорбы и отключения у нас нет людей. Вызов отклонен. Вызов отклонен. Нужно спешить туда, сейчас же. Подожди. Вот на меня улучшает. Ребят, давайте пока остановимся на этом. Фу, я уже тут подустал, так вынес в этот момент, хотя на самом деле легкий оказался, но... На самом деле нет, ладно. Давайте, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорой встречи. Следующая серия, скорее всего, будет уже финальной. Это так, потому что видите, что статистика меньше 13 и 14. Так что, давайте, всем пока и удачи.